Привет, вы на канале Вислава энд Ко. Сегодня я бы хотела попробовать сделать слайм. Да! Вдруг у меня наконец-то получится. Но для этого понадобится миска. Две маленьких и больших ложек. Ингредиенты. Открываем. Это вот... И, конечно же, клей. С другим клеем у нас ничего не получилось раньше. А с этим клеем, наверное, что-нибудь получится. Так, и, конечно же, жидкость для линзы. Но эта жидкость работает только с содой. И нам нужна вода. Ну, давайте приступим к свешиванию. Вот еще второй клей и украшения, бусики. Красители, самое главное. Так, вот у нас блесточки тут. Вот еще блесточки. Вот смотрите, какие они прикольные. Вот еще блесточки. Вот мы нашли такой чемоданчик. Ну, приступим. Теперь надо измерить большое количество клея. 85 грамм. Так, включаем. Он включен. Надо вылить теперь. Поехали. Ну, немножко больше. Это ничего. Теперь его надо окрасить. Так, вот у нас красненький. Цветик. Хватит. Прямо одну столовую ложку жидкости для линз. Открываем. И сразу поднимешь. В отдельной посуде смешиваем. Смешиваем 2 чайные ложки соды и 100 миллилитров воды. Добавляем 1 чайную ложку в клей и перемешиваем. Еще 1 ложку жидкости для линз. Долго перемешиваем, пока не свернется. Уже густеет наш слаймик. Помешали. Розовый получился. Попробуем взять его руками. Так, мы пробуем трогать. Так, ну так вроде бы не липнет. Ух тышка! Так, теперь надо выбрать блестки. Так, давайте их мы возьмем. Давайте синим попробуем. Первый тень у нас синеньким будет. Так, теперь золотой наш. Наш золотой.
Так, это тебя открывать надо. Красиво. Вот этих беленьких. Теперь перемешиваем. Попробуем добавить бусики. Да. У меня получился слайм. Ура! Да! Ура! Значит, этот рецепт рабочий. Я ставлю этот рецепт под видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем пока! Всем пока!